Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта. Людям будут платить 12 130 рублей на протяжении 3 месяцев. В Кировской области действует северная надбавка 15%, поэтому выплаты у нас 13 950. Дополнительно будут получать по 3,5 тысячи рублей люди, которые лишились работы и при этом имеют несовершеннолетних детей. Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, необходимо заполнить заявление в личном кабинете на сайте «Работа в России». В Госдуме сейчас рассматривают предложение платить максимальное пособие всем безработным, а не только тем, кто потерял работу после 1 марта. Программа «Экономика». Спасти бизнес в кризис поможет уверенность в себе и взаимоподдержка. Так считает директор компании «Стен» Александр Пестов. По его мнению, ошибка руководителя – показывать, что не знаешь, как сохранить компанию и развивать ее в новых реалиях. Пестов считает, что сейчас бизнесу нужна поддержка не только государства, но и коллег-предпринимателей. Помогая друг другу, мы запускаем механизм работы всей экономики региона, говорит он. В строительстве важно, чтобы производители стройматериалов, их реализаторы, подрядчики, банки и риэлторы все предоставляли качественные услуги и уместные условия сотрудничества. По мнению Пестова, кризис – это своеобразный фильтр, благодаря которому в бизнесе остаются надежные и честные компании. Экономика на 101 FM. Предприниматели, которые не остановили работу, могут рассказать о себе. ВТПП запустила проект «Бизнес в кризис». Это обзоры и информация о предприятиях, членах палаты, которые в кризис не остановили работу, но изменили формат или профиль и хотели бы сообщить об этом клиентам и партнерам. Информацию ВТПП ежедневно публикует на своем сайте vcci.ru и в соцсетях. Те, кто хочет рассказать о своей компании, просят писать на vcci@vcci.ru с пометкой «Бизнес в кризис». Также ВТПП напоминает, что в дистанционном режиме продолжает принимать запросы и предложения предприятий по сложившейся ситуации. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 76.26, евро 82 рубля 62 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.